Почему ты так стыдишься песни про Кайли Миноук? Я уже не стыжусь, на самом деле. Я понимаю весь прикол. Но тогда мне было страшно. Игорь Игоревич приносит эту песню, и ты начинает играть ее... вот так вот на синтезаторе, и такой тебе. И я рядом стою, я чуть с ума не сошел. Я думал, боже мой. Я говорю, вы знаете, я не смогу это спеть. Говорит, нет, ты подумай, блин, это хит на все времена. Ты не знаешь, чего лишаешься. Я приезжаю в студию, я ревел в этой студии. Ну, когда услышал вот эту вот гармонику, которая там наяривает на втором, я такой, ой, мама, боже, это же ко мне прилепится, сука, на всю жизнь. Буду с этого Калинино! Это же просто трэш. Ответил на вопрос?